Бля, сейчас смотрю это заседание в этом балагане под названием Государственная Дума. Они там проголосовали там за воссоединение там ЛНР, ДЛНР, МЛНР, что они там. И один толсторожий депутат заявляет, что люди России готовы отказаться даже не только от 13-й, но типа от пенсии, от всего остального. Так вы, клоуны, откажитесь, ёпта, от своей зарплаты в 500 тысяч. Мне это напоминает анекдот про ковбоя, который скачет, значит, там, по пустыне или где он. А там ров. Он через один перепрыгнул, говорит, я ковбой, я перепрыгну. Второй, третий, а потом лошадь смотрит, ров непосильный, и говорит, ты ковбой, ты и прыгай. Козлы, блядь.